Молитву не пропускаешь? Молитву нельзя пропускать, брат, вообще. 5 раз в день? Да, альхамдулилля, стараюсь. Брат. Да. А на каком месте религия в жизни? У любого мусульманина религия на первом месте. 5 намазов в день, это во что бы то ни стало, обязательно надо сделать. Утренний намаз, обеденный, послеобеденный, вечерний, ночной. Без религии жить нельзя, да? На первом месте. Понятно. Это мы и есть. وحده لا شريك له الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته كنز الكرم